встречу цвета, среди надежды и среди рассвета. Любовь моя, назначь мне встречу где-то, среди надежды и среди Тамара Анатольевна, это все для вас. Можно вас пригласить на нашу сцену? Пожалуйста, Тамара Анатольевна, мы вас ждем. Я думаю, что все получили удовольствие. Нет? Я для тети Томы свою песню «Ты моя лебединая песня».
Тут у нас сколько цветов. Если откровенно, меньше у нас и не бывает. Спасибо большое. Это знаменитый журналист Камышинский, да. Золотарева, все ее знают. Она написала большинство статей в Камышине о Евгении Мартынове и о нашей маме. Давайте ее поприветствуем. Спасибо вам большое. Счастья, здоровья. Я хотел бы исполнить еще одну песню, которую исполнял мой знаменитый брат. И вы ее наверняка слышали и знаете. Эта песня называется «Васильковые глаза». Красотой приворожила
Краснова Сергей Кочемазов. Юрий Мартынович. Хотелось бы сказать несколько слов благодарности, потому что, конечно, такие концерты – это большая радость не только для зрителя, но и большая радость для самих артистов, потому что мы несем это в массы, несем в публику, всячески способствуем для того, чтобы, в принципе, эти песни, они и не нуждаются в этом, но, тем не менее, очень хотелось, чтобы эти песни жили, ну, сказать вечно, банально, всегда. Вот. И хотелось бы, конечно же, поблагодарить администрацию города Камышин за замечательный прием. Хотелось бы лично поблагодарить Юрия Анатольевича Корбакова за поддержку и помощь в организации данного мероприятия, которое доставляет радость камышанам, людям. И вы можете слышать песню любви Евгения Мартынова. Огромное спасибо, хотелось бы сказать, Юрию Мартынову, который, несмотря на все неприятности и проблемы, которые преследуют любого человека, он продолжает чтить и помнить, и делать все возможное, чтобы помнили, знали и любили, ну и так любят творчество его гениального брата, и знали его творчество. Он же ведь замечательный композитор, Юрий Григорьевич Мартынов. В том числе большое спасибо нашему директору и продюсеру. Кстати, вот я это уже со сцены говорил в Камышине, то, что у нас два больших мероприятия в Москве состоятся. Первое – это 5 апреля в Центральном доме ученых, потому что в 2013 году, 65 лет Евгению Мартынову, состоится большой концерт в честь его дня рождения в Центральном доме ученых в городе Москва. А 22 мая состоится концерт в честь дня рождения также Евгения Мартынова в Кремлевском дворце съездов. Это достойно аплодисментов. И попрошу вас поприветствовать также человека, без которого ничего бы этого не состоялось, и нашей встречи, нашего знакомства, Александре Рорбах, нашему директору и продюсеру. Замечательная, красивая девушка. И хотелось бы продолжить, так как вот так получилось, что моя любовь к Камышину, вот так она проявилась еще с апреля месяца. Я ранее бывал в вашем удивительном, замечательном городе, когда родители меня возили по Волге круизом Москва, Астрахань, Москва, останавливались, ну как-то никогда вот не удавалось даже в город заехать, остановка очень короткая, вот. А вот в апреле меня привез сюда Юрий Григорьевич Мартынов. Я влюбился в ваш город, я влюбился в Волгу, я влюбился в вас. И когда бы я к вам не приезжал, весной, осенью, летом или зимой, самое главное, что мы понимаем друг друга и стремимся друг к другу. Песня Евгения Мартынова «Летом и зимой». Почему душа для всех открыта настежь? Потому что есть заветная тропа. Ожидая день, свидания, я жду того. Ну а есть
на свидание опоздаешь, ты меня своей улыбкою одаришь. Будут звезды нам светить, и жив здесь листва, пусть песня повторит мои летом и зимой, стужей и весной. Снова я с улыбкой, снова первое свидание. Летом и зимой я живу тобой, ожидая день свидания, я живу тобой. На свете больше мне не надо, лишь бы сердце этой встречи было рада. Пусть летят года, как вечные ручьи с горы, мы первому свиданию верны. Летом и зимой, стужей и весной, снова я с улыбкой вспомню первое свидание. Летом и зимой я живу тобой, ожидая день свидания, я живу тобой. Все вместе! Летом и зимой, стужей и весной, снова я с улыбкой вспомню тобой, ожидая день.